улыбался парень. Я имею в виду тот в синем комбезе. Ветер на улице. Время без 15:05, а вон темно уже, как на улице-то. Фонари зажглись. Кажется, что уже поздно-поздно. Если рано вставать, можно увидеть восход солнца. Такое небо красивое. Смотрите на стеклах машин. Иней. Кто рано встает, вот сейчас 7:30 утра, то вот эти все краски можно увидеть. Яркие-яркие. Как природа умеет так раскрашивать все. Но вот там вдалеке просто пламя. На небо можно любоваться каждый день. Сколько время? 7:59. И вот такая вот красота. Восход солнца. И капельки на деревьях. Капельки росы, но здесь не видно. Ой, как красиво. Как будто природный костер разгорается все ярче и ярче. Вот такой вот восход солнца и капельки росы. Как драгоценности, прям дрожат на веточках. Вот это да. Значит, и у нас скоро вот-вот будет. Вчера же передавали минус в Раковые, а тут совсем рядом. Патрюша, ты вставать собираешься? Чего? Сегодня? Сегодня мокрый снег обещали. Ну, значит, георгины выкапывать пойдем. Ты решил, что пора вставать, да? Пора вставать уже, зайка. Ты же еще не завтракал. Твой любимка позавтракал уже давным-давно, а ты еще не завтракал. Давай-давай, вставай. Желаем? Придется. Что значит придется? Ну, раз сделали, так надо есть. Да, что ты говоришь? Да. Спасибо. Что там такое? Морковочка со сметанкой. Угу. Витаминчики. Надеюсь, что в морковке сейчас есть витамины. Она, кстати, такая красивая по виду-то. А как внутри, неизвестно. Ну, вкусно, нет? Вкусно. Вкусно. Говорили, что дождь будет сегодня, но вот пока нет дождя. +3 сейчас. Сколько времени? 9:50 утра. Вон дворник там. Каждый день что-то делает. То траву стрижет, то листья убирает, то кусты подстригает. Очень такой ответственный товарищ. У нас дворника здесь нет. Ну вот, как видите, у нас чисто. Трюша гулять пошел. С удовольствием побежал. Сегодня, кстати, утром на лобовых стеклах у машин и не был. Смотрите, что я увидела. Бутоны на всем цветке. Интересно, это же декабрист. То есть в декабре должен цвести. А он весь в бутонах. И решил, что ему надо. Сегодня 31 октября. Что ему решил, что ему надо раньше цвести. Здесь ему так хорошо. Огромный цветок. Я его уже сколько раз обрезала. И он опять вырастает. Вы посмотрите. Весь в бутонах, весь. Это же надо же, а? Умница ты у меня, да? Ты у меня умница. Тебе тут хорошо. Забегал. Рад. Давно не виделись. Так давно не виделись вы. Соскучился он по тебе, а? Патрюшка, соскучился? Патрюшка. Что ты там купил на рынке? Яблочки, что положено. Сколько стоят яблоки? Евро, килограмм. А петрушки нет? Там нет никого. Женщина одна. А яблоки такие же, вот Антоновка, да. Что ли? Ну, ясно. Конечно, яблоки уже не айс, но
Последнее зимнее. Какое-то вот другое яблоко. Здесь еще положено. Холодные какие они. Я думала, тебе положили такое. Здесь 2 килограмма, что ли? Да. У нас яблоки в магазине дешевые сейчас. По-моему, 25 центов даже, да, килограмм? Ну, не знаю, это они по скидке, так, 59. Они целый год продаются 59. 59. Ну, там несколько сортов разных. Что ты хочешь? Ты поел, вкусняшки получил. Что ты желаешь? Погулял. И погулял, да, и все дела сделал. Курочка. Немножечко ее потушу чуть-чуть. Овощи такие. 3 помидорки, паприку, морковку и лук. Ой, надо дочистить. Добавила сюда рис сырой. Я никогда не отвариваю отдельно, прямо так. Вот. Такое вот блюдо получилось. Здесь у меня паприка, морковка, луковица, 3 помидорки, сухая петрушка, прованские травы, чуть-чуть перчика и соль. Соли тоже немного. И сначала на масле растительном жарила, а потом немножко, а потом добавила сливочного масла и чуть-чуть водички. Вот, тушь. Сачок еще вот такой положила и крышечкой закрою. Пусть так будет. Огонь уже выключил. Вроде сейчас потеплее стало, дождь прошел. А был прям такой холодный ветер. Вон Патрик на прогулке. Пора эту дыню уже резать или нет. Вон какое-то пятнышко появилось. Не знаю, или оно было. С этой стороны зеленая она еще вся. А с этой вроде желтая. Надо, наверное, попробовать порезать. Она такая огромная. 3 кабачка. Это вот дочка дала. Вот этот вот кабачок. А эти 2 на рынке купили. Первый год у меня кабачков мало. Обычно я много их покупаю, и они до февраля месяца у меня всегда были. Что-то в этом году не хотят они лежать. Что ты желаешь, Патрик? Что ты желаешь? Что ты там ходил, рассматривал? Что, клен выдернули, который я посадил. Это красный, который, ну, ты красный приносил? Красный, мелисса, который, да. Как жалко. Да. Это же такой красивый клен. И редкий причем. Да, в городе их маловато сейчас осталось. Да их не просто маловато, а их 1 или 2 осталось. Нет, там в парке есть. Ну, в сквере здесь 3 было, по-моему, или 4. Мне кажется, 1 только остался. 1, да. Очень красивые, конечно, они. Ну, кто-то для себя, наверное, взял. Потому что если бы просто побезобразничали, так рядом бы бросили. Рядом бы бросили, конечно. Так, собрали. А на улице прям совсем темно. Как-то вот. Темно. Это самое. Я сейчас смотрела в компьютер, и там, где погода, снежинка была. Я думала, снег что ли пошел. Нет, не видно. Где-то идет, значит. Ну, где-то рядом, видимо, потому что у меня же. Ну, и доверие большое. Нет, у меня, я так понимаю, что где-то здесь рядом. Слушай, а это, мы в прошлом же году выкапывали георгины, по-моему. Первый снежок припорошил, и таял он, и мы пошли выкапывать. Помнишь, я еще думала, что все, замерзли георгины. Прям так жалко. Выспался, дружок, или нет? Все, я пошел снимать. Куда ты пошел снимать? Показания счетчиков снимать надо. Показания счетчиков. Патрюшка, ты почему не кушаешь? Вкусняшки съел только и все. Что за безобразник, а, Патрюша? А, Патрюша, так не делают. Скажи, Патрик, а как делают? А делают так, что если положили еду,
Надо не только вкусняшки съедать, а еду тоже, да. Так, вода. 16, 60. 7 кубов мы водички. Что-то у нас как-то стабильно 7 кубов стало, да? Двадцать семь кубов? Да. Интересно, сколько в прошлом месяце, не помнишь? Не помню. 20. Вот видишь, мы все-таки тепло же включали, вот поэтому в 2 раза больше уже. Слышишь? Чего? Дать попробовать хочу, как получилось. Ух, ну. Вкусно. Все хватает, и соли, и все. Все. Спасибо. Слушай, зайка, ты молодец, ты хороший мальчик, да? Такой хороший мальчик. Умница ты мой, кушай. А ты тоже спал? Уснули вы с ним? Это сразу, а я попозже. Но все равно спал. Ну, полчасика где-то прихватил. А мне кажется, что ты больше, чем пол. Ты пошел ложиться, где-то время было, наверное, 3:30. Или даже раньше. Раньше, 3, наверное. 3 часа. Да. Поэтому ты с 4 и вот до 5 спал. Где с 4? Ну, часто ты спал точно. Завтра с утра с Джиджулькой гулять пойдем. Утром-то хорошо гулять, что светло еще, уже, да, уже, хотел сказать, еще светло. О, услышал имя, пришел. Кто тут что тут сказал, да, Патрик? Знакомая, да? Тебя мы в гости не возьмем. А вот вечером, конечно, теперь будет такая темнота, и мы с ним будем гулять. Да, теперь вечером так. Как мы будем видеть собачек-то? Чтобы где-то что-то не прохлопать. Увидим. Патрик будет дома бояться один, да? Твое имя я назвала. Будешь бояться сидеть? Мы свет тебе включаем, да. Свет включаем, так просто не уходим. 54 сейчас, а на улице прямо темнота. За окном и улица изменилась, и погода изменилась. Красивое небо такое. И время теперь. Сейчас по-старому не 5:05, а 5:06 вечера. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо большое, если напишите комментарии. Счастья вам, любви, здоровья. Чистого неба над головой. Заходите, пишите. Всем пока.